Что такое система ГТО? В чем состояла суть системы в советское время? И почему руководством страны принято решение о возрождении? На эти и другие вопросы ответы подготовили студенты и преподаватели Кумертауского педколледжа, где функционирует факультет физической подготовки. Работа ведется в рамках проекта «Малыми шагами к большим победам». Основная задача данного проекта заключается в том, чтобы пропагандировать и внедрять всероссийский спортивный физкультурный комплекс ГТО. В рамках данного проекта преподаватели и студенты педагогического колледжа проводят ряд мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях нашего города. Гости программы – учащиеся школ города. Студенты рассказывают ребятам об истории комплекса ГТО, о том, как физкультурно-спортивные нормативы будут внедряться в наше время. По архивным хроникам собравшиеся посмотрели фильм о том, какое важное место в истории физической культуры занимал комплекс ГТО. Эти традиции готовы возрождать и в КПК. Тем более, что колледж является местом проведения многих соревнований городского и республиканского уровней. Ну и будучи обучающимся по направлению физической культуры, в начале учебного года студенты одними из первых пробовали сдавать нормативы. Преподаватели отмечают, результаты оставляют желать лучшего. Таким образом, внедрение норм ГТО позволит оценить уровень физической подготовки молодежи в школах и профессиональных образовательных учреждениях. И в дальнейшем этот показатель будет только улучшаться.